Так, готов. Рыбалка продолжается. Так. Куда-то надо будет это подкачать. Не надо. Ну. Скорость, да? Хорошая. Сколько уже? Четвертый день лодкой вообще не подкачивали. Да. Тащим лодку вот до этого озерца. От одного озера в другое. Сейчас будем проверять сети. Сети ставили чисто на карася. Озеро Карасино. Не знаю, есть они там или нет. Поставили ее где-то 5 часов назад. Фух. Все, бегом, как уже темнеет. Завтра проверять, может, некогда будет. Да, там спустим. Там берег лучше. Так. Давай ты на весло, я на проверку. Садись. Опа, стой, стой. Не торопись. Вперед. Пока сороковка. Давай шестерку пока лучше. Две сети, шестерка и сороковка. Может быть, если рыбы вообще нету. А если также по весне заходит. А с любого конца. Может быть, пустые. Посмотрим. Так. Пока пусто. Так, это шестидесятка. Может, здесь такой рыбы нету. Озеро маленькое. Пока не чувствуешь, что что-то дергалось. Угу. Странно, никого. Зато промоется. Вода здесь чистая. Вообще никого. Может, еще не ходил, если он есть. Хотя, если был бы, уже бы нарезал бы. Вообще пусто. А с какого крупного нету здесь? Не знаю, может, нету. Так, следующий. Озеро маленькое. Там узенькая часть уходит. Вот само, само зеркало, там уже конец. Вторая сеть. Это сороковочка, 30 метров тоже. Давай. О, уже сидит. Блин, уже три. Говорю, есть, просто еще не время, не ходит. Крас какой-то мелковатый. Хотя и сороковка. Видишь, недаром что-то все утопило как-то. Давай. Наш тут конец привязан. Еще один. Ё-моё! Ё-бля! Я-то думал, здесь ничего не попадет, а. Вот шестидесятки-то и никого. Сетка стояла часов 5. Мария-то, может, сеть снять, не? Эту-то? Да. Не, еще проверим. Карась какой-то некрупный. А, пролезает через это? Да. Блин. Так она вся такая, походу. Ёп. Ё-моё. Вся сеть, походу, такая вот. Ну, ничего. Тихонько разберемся. Рыба, главное, есть. Так вот и быстро. Так, этот голый. Да. Ничего, рыба есть. Видишь, маленькое озеро, да? Угу. Карась есть. Карась из каждой лужи, если только грязи. Сети у нас разрешены ловить сетями, так что не парьтесь, мы не браконьеры, ими не являемся, сами презираем сети, там где нельзя ими ловить. Комарья-то сколько много-то, а? Ладно, пока отключаюсь, распутаю эту кучу, это очень долго будет. В общем, плывем дальше. Ту кучу распутал. Ох, на коряга что ли сидит или еще? Подожди. Внизу караси. Смотри, какие желтые.
у самого дна. Так. О, еще булькает. Щучка или караси. Здесь карасей должно быть очень много. Ну, много, вон все ветки привязаны, там вообще сейчас дербанило. Видишь, в чем дело? Здесь весна приходит. Первая вода — это наводнение, обычная пещера. Вторая — это усинская вода, и с усинской водой рыба вся заходит в реки. Ой, в озера. Реки есть. В других озерах, где уже переполнены озера. Где корма не так много, она идет сюда. Сколько здесь озер? Озер здесь сотни. А мы ловим только в одном, пока половили, 3 дня. И они с озера, в озеро кочуют, да? Да, вот туда-сюда. Крупные, в крупных озерах. В таких озерах более мельче, но могут и крупные экземпляры быть. Получается, во всех лужах расходились, вот и все. Да, а еще их никто не ловит толком. Они здесь никому не нужны. Дальше. Чуть-чуть. Блин, там коряги, походу, и... Они идут так. Так. Комары жрут, как невозможно просто. Ужас, блин, что творится. Так. Еще один. Сетка, сороковка, прорезают. А если бы 35-ку поставить? Нафиг тут. Нахрен. Вообще завалит все. Вот 60-ку, главное, 0. Еще идут. Ну так, по 2. Спокойнее немножко стало. Ох. Стараюсь просовывать, пока получается. Так, этот где у нас залез? Уже темнеет. Ставим прямо возле дома. Дом тут 200 метров. Далеко сейчас не ходим. Времени пока нету. Так, хоть рыбки поймать, заморозить немножко. Так, покушать. Ой, бля. Тут еще и сколько. Сейчас у берега будет, мне кажется, вообще завал. Наверное. Пока паузу нажму на камере, то аккумулятора не хватит. Пока этих распутал. Этих пятерых распутал. Дальше еще идут. Так. Так, где-то тут залез голый. Видишь, в другом озере, да, попадали здоровые одни. Ну, ага. Такие крупные, здесь меньше. Но этих мелких опять, ну как не мелкие, не полушечники. На удочку людей таких ловят в основном. Но здесь они не клюют на удочку. Это бесполезняк. Так. Дальше чуть-чуть. Ё-моё. Ну хоть по 2, да, идут, не так много. Могло бы вообще завалить все. Видишь, подплываешь, смотришь, сеть затонула, значит, есть. Это мы только что с другой рыбалки приехали. Рыбачили на фидер. Клевал очень хорошо окунь. Окунь — крупная сорога. И окунь тоже такой хороший. Так. Этих я распутал. Может, мне развернуться? Тут лодка сейчас перекрывает. Давай. Как тебе удобно, я пока их тут вытаскиваю. Тебе сказать, сколько их там внизу? Я уже видел. Видел, да? Рыбалка с сетями, она как бы... Да, это озеро немножко подвыловит, но мы ставим только в одном конце. Другой — это конец. И другая часть озера, она свободна от сетей, мы там ставить уже не будем. Так, ох ты, гирлянда какая. Так. Карась — единственная здесь рыба, которая не дохнет в озерах. Все остальные рыбы в основном очень много дохнет в зимние заморы. Карась желтый или золотой, второе название.
Да ё-моё, где-то он тут набрал. В общем, пока размотаю эту кучу, нажму на паузу. Что, вся, да, забита? Пипец просто. Давай, вытаскивай, работаем. Ох. Реально нас будут называть браконьеры там и так далее. Ребят, это нечисти. Здесь море просто. Карадзе за рыбу не считается. Она вкусная. Вкусно, да, пожарить на сковородочке. Да, нашел где залез. Сейчас, наверное, 20 кг попало, да? Может больше. Блин, главное, чтобы бак влезла. Ее тоже не выкидывайте. Нет, вся рыба идет в еду. Так. Сеть — это не зло, когда в меру. Сейчас я найду конец здесь. Видишь, они сбили ее. Так. В общем, 60-ка пустая, а в 40-ку попало 76 карасиков. Нормально, да? За 5 часов. Давай, комры жирают уже. Уже темнеет уже, надо успеть еще домой рыбу чистить. Выход-то где у нас? Вон тут, слева. Такая проверка сетей. Завтра сюда приедем опять. Посмотрим, сколько будет. Может, 60-ка что-то залезет. Подожди-ка. Хопа. А ты выходи, я держу ее. Лодку сразу туда поставь. Бочку оставь там. Или еще. Тяжелая, да? Такая нормальная. Давай, выходи. Вытаскивай ее сразу. Озеро всюду, да, будто и рыбы нет. Видишь, на удочку бы себя наклевала, так полвили бы хотя так бесполезно. Ну все, тащим лодку обратно. Так, вот она, деревня, вот мой дом родной. Вот качусь я в санках. Так, давай, все по-быстрому. Как голый в баню, так же и здесь. Сейчас на зеркало выйдем, а там уже на глиссер, да? Да. Сейчас рыбу чистить. Сразу пожарим, поедим. Это спидерные рыбалки, плюс час еще чистить. Часа 3, наверное. Да не, быстрее, сейчас уже опыта много уже. Ну да, за 100 дней. Это, ребятки, крайний север. Численности людей практически нет, очень мало людей живет. Озера очень много. Озер больше, чем людей здесь много. Рыбу никто не ловит. Озера — это, в принципе, карася, это как грязи здесь. То, что мы тут поймаем, несколько сотен штук. Это капля моря здесь. Он наоборот хоть расти будет еще лучше. А по весне... Да, есть же понятие прорезать на типа это. Это бесполезно. Он по наводнению снова зайдет сюда. Mm-hmm. Вот эти понятия не работают. Ну-ка, покажу-ка. Собаки лают. О, видишь, везде карась булькается, блин. Угу. На глади. Ну, здесь не будем стоять пока. Ну все, давай ручку. Лодку оставляем возле озера и домой. До дома 150 метров. Уже да, темно, конечно. 7-8, наверное. Есть-то? Какие, да. 7-8 больше? Где-то. 15, если минимум. Угу. Вообще 20-литровая лучшая штука. Все, давайте, до завтра. Всем пока.